А вы знали, что на вашем телефоне есть настройки графического драйвера? Если у вас игра, к примеру, глючит, вы в нее заходите, вот так вот нажимаете, выбираете эту игру, включаете системный графический драйвер, у вас игра больше не глючит. Как так сделать? Сейчас расскажу, вы пока подпишитесь. Для этого нужно просто зайти в настройки, нажать о телефоне, потапать по версии MIUI, выйти назад, спуститься вниз и найти пункт «Расширить настройки». Дальше у нас появляется пункт для разработчиков, и здесь у нас есть вот этот вот пункт, который нам и нужен. Называется он у нас «Настройки графического драйвера». Видите? Заходим сюда, выбираем абсолютно любую игру, вот, к примеру, кино HD. И системный графический драйвер включаем. И теперь точечно графический драйвер будет работать, когда вы будете находиться в том приложении. Не будет ни глючить, ни лагать. Возвращаемся назад. И здесь у нас еще есть одна настройка, очень маленькая, но точная, которая помогает вам держать фоновые процессы. Эта настройка у вас будет отключена, но я вам хочу сказать, что вы ее включите. Потом вот лимит фоновых процессов. Видите, у вас стоит стандартный лимит, то есть вы сейчас закроете, у вас будет в фоне там 20-30 приложений. Ставите не более 4, пятый процесс будет закрываться, все. И теперь у вас вот здесь вот не будет больше там 4 либо 5 фоновых процессов. Пользуйся, не благодари, расскажи другу.